Форум дал реальную возможность предпринимателям познакомиться с инвесторами, а инвесторам – с финансирующими организациями. О том, что уже сделано на сегодняшний день, и о том, какими инструментами располагает Сбербанк для того, чтобы поддержать предпринимателей, рассказал заместитель председателя правления ДБ АО «Сбербанк» Ильдар Тенисбаев. С точки зрения, так сказать, инвестора, какие мы привносим инвестиции, да, и что означает присутствие Сбербанка в Казахстане. С точки зрения оплаты налогов, мы за весь период нахождения в Казахстане Сбербанк заплатил порядка 19 миллиардов тенге налогов. С точки зрения создания рабочих мест, практически вот на ноябрь этого года 3700 новых рабочих мест было создано. Но при этом капитализация банка порядка 800 миллионов долларов США. Вся прибыль, которая зарабатывается в Казахстане, она ни разу не выплачивалась в нашей материнской компании, вся остается и работает на экономику Казахстана. Отметим, что Сбербанк входит в международную группу и уже 7 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, занимая 4-е место по объему активов среди всех банков Казахстана. На сегодняшний день Сбербанк имеет филиальную сеть, состоящую из 108 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. Сегодня мы подписали 2 соглашения о кредитовании. Это первое на 1,8 миллиарда. Мы подписали соглашение с АО «Шымкентмай» о финансировании нового цеха по именно очистке масла. И также мы подписали соглашение с компанией ТО «Алтындан» по развитию экспортного потенциала данной компании на 2,5 миллиарда тенге. Соглашение подписано, и финансирование по этим проектам начнется в ближайшее время, реализация которых запланирована уже в этом и в следующем году. Стоит отметить, что АО «Сбербанк» стал генеральным спонсором международного форума «Новые инвестиционные возможности».